Эти три задачи, они являются основными. Дойти до места митинга, собрать критическую массу, занять ту площадь, которую мы запланировали. Они актуальны для всех регионов, для всех городов, для всех мест. И они самые главные. И только потом, когда мы понимаем, что масса растет, что люди идут, а они к нам пойдут, будьте уверены, я вам это говорю со всей ответственностью, потому что огромная часть людей сначала пойдет на избирательные участки, поймет, как устроен весь этот беспредел, поймет, что там происходит, и придут к нам. Еще какая-то часть людей придет к нам 10 июня, потому что уже сейчас во многих штабах, там у того же Касанова и так далее, идут разговоры, что надо выходить 10-го. То есть те люди, которые пойдут голосовать, они придут после того, как выборы закончатся, и они тоже будут с нами. И для того, чтобы это произошло, наш протест должен быть красивым, мирным, позитивным, динамичным, веселым. Мы отстаиваем свою свободу. Мы придем, и нас будет много. Мы будем чувствовать этот дух единства. Это будет место, где мы можем говорить все, что нам запрещено было все эти годы. Это будет место, где мы можем развернуть плакаты, потому что нас будет много. Мы будем защищены, мы друг друга сможем защитить вот этим количеством. Это место, где мы сможем оставить следы. Это место, где мы сможем в едином порыве исполнять гимн Казахстана, поднимать наши флаги и показывать, что мы здесь власть. Мы народ, мы государство, мы власть. Жмите на колокольчик, чтобы первыми узнавать о новых видео. Подписывайтесь на каналы 1612 в Инстаграм и Телеграм.